Для большей узнаваемости все автомобили скорой помощи будут перекрашены в ярко-лимонный цвет. По информации областного управления здравоохранения, на сегодняшний день уже перекрашены 6 автомобилей. 2 марки Ford Transit и 4 марки Hyundai. В настоящее время на балансе областного управления здравоохранения имеется 92 кареты скорой помощи. В дальнейшем по очередности будут перекрашиваться санитарные автомобили. Спецтранспорт яркого цвета наиболее заметен в общем потоке машин. Лучше узнаваем. В то время как машина белого цвета сливается среди остальных участников дорожного движения, говорит главный врач городской станции скорой медицинской помощи Гульнафис Танбаева. Согласно приказу Министерства здравоохранения, от 3 ноября 2017 года был издан приказ об определении номенклатуры дополнительных знаков и надписей, наносимых на санитарных транспортов скорой медицинской помощи. Это для чего делается? Это для того, чтобы, перекрашивая все машины скорой помощи на лимонный цвет, оно будет более ярко заметно при общественном потоке машин. Для этого оно будет лучше узнаваем при дорожных движениях. И мы надеемся, все наши горожане и водители всех транспортов пропускать будут нашу скорую помощь. Мы выехали на машине скорой помощи, которая была выкрашена в ярко-лимонный цвет. Многие водители уступали нам дорогу. Теперь, благодаря этому, кареты скорой помощи будут раньше времени доезжать до места назначения. В первом квартале мы уже перекрасили 6 санитарных автомобилей. Это все реанимационные автомобили, которые в первую очередь обслуживают первые вот категории, которые нужны за 10 минут доехать и оказать первую помощь. Отметим, что в этом году был зарегистрирован один факт принятия родов в карете скорой помощи. Медики спасли жизни 5 пациентам. С целью сокращения несчастных случаев в регионе с начала года оказанию первой медицинской помощи было обучено 50 волонтеров, в том числе педагогов и сотрудников ДПС. Эльвира Рахымжанкызы, Талгат Куанышев, служба новостей.